Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас телевизор LG 32LM550BPLB. Новинка 2019 года. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 32 дюйма, разрешение 1366 на 768. Подсветка Direct LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 60 Гц. Динамический усилитель цвета. Новейший процессор обработки изображения автоматически корректирует цвета, делая изображение более насыщенным и естественным. Наслаждайтесь красотой естественных цветов природы на экране вашего телевизора. Тонкая рамка и элегантный корпус телевизора гармонично впишутся в ваш интерьер, усилив приятные впечатления от просмотра. Размеры телевизора 74 см в ширину, 44 см в высоту, толщина 8 см, вес 4,65 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 200 на 200. Подключив USB-накопитель или внешний жесткий диск, вы можете воспроизводить на вашем телевизоре практически любой видеоконтент. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один USB 2.0, два HDMI 1.4, один разъем для локальной сети, один композитный, один компонентный, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ. Один слот CI+, 1.3. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система WebOS. Звук, как в настоящем кинотеатре. Окунитесь в атмосферу кинозала у себя дома с еще более чистым и объемным звуком благодаря технологии Dolby Audio в вашем телевизоре. Выходная мощность 10 Вт, 2 по 5 Вт динамика. Звук можно передавать по Bluetooth. Отзывы на данную модель я не нашел. Если вы стали владельцем данного телевизора, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, что ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!